Привет. Я смотрю, ты, короче, восстановили уже деревню большую такую сделали. Помните, она вся была разрушена и сожженная. Все было очень плохо. Никто здесь почти не жил. Ты то есть тут из тюрьмы? Всех детей уже... Видел ли ты там кого? Стройного человека с мужественным лицом и добрым... Так уж я. Это мой муж. Вот уж враки. Извините. Извините. Это вы что-то путаете, мадам. Так вот, мы сейчас идем на гонки Кирата, потому что мне нужно научиться... Привет. Я получил сообщение. Кажется, кто-то хочет со мной... Некоторым навыком. Привет, привет, привет. Шарма Сальса. Основатель, директор и владелец Кератской национальной киностудии. Союза режиссеров Кирата и Кератской гильдии. Я стесняюсь спросить, а что за киностудия? Рада встречи, пупсик. Аджай. Аджай. Я так рада, правда, пупсик? Не каждый день встретишь такого сногсшибательного красавца. Ты очень похож на великого и, к сожалению, покойного Рити Нинрити Капура. Одного из самых лучших актеров. Ты мне тут давай пройти по тюру, не заговаривай зубы. Но это было так давно. Я по-прежнему предана кинематографу. Не пойми неправильно. Но там все меньше зрителей и денег. Гоу-бро. Вот что популярно сейчас. Гоу-бро? Прыжки со скалы, сплав по рекам, безумные эпические падения. Ты же сейчас делаешь все это бесплатно, так, пупсик? Все, что мне нужно, это чтобы ты записал себя на камеру во время приключений. Я продюсер. То, что получится, выложим в сеть. И вуаля, бабки буквально потекут рекой. Звучит неплохо. Ты будешь звездой. Он, по-моему, аж в дверь врезался, бедный, как пытался убежать. Прям быстрее и быстрее. И быстрее. А чё, где сами гонки-то, я чё-то не пойму. Где гонки? Вот гонка. Да. Сюда-то мы отправимся поучаствовать в гоночке. Я вообще изначально пришла сюда именно в гонке участвовать, а не какую-то бабюху слушать, которая снимает порнуху в подполье. Я даже думаю, что Реджи и Йоги ей там как-нибудь помогают. Стесняюсь вот спросить, как? Ты наконец-то. Чё тебе надо? Чё ты хочешь? Спасение. Не, это с этим не ко мне, бро. Я тут на самом деле, короче, как форсаж, пришла в гоночку поучаствовать. Чисто так, в спецэффектах сыграть и тому подобное. Ну чё, берем, да, отправляемся на гонку Кирата, и после этого сможем развить аж два навыка. Ты будешь неотразим. Я вот сюда сажусь? Постарайся, да, сюда. Слегка залить объектив водой или потом. Будет стильно. Тихо-тихо-тихо, а чё мне камеру-то отвернули? Стильно, говорит, будет. А вообще красиво сделано, смотри, какие круги четкие. Ты дурак! Засада, говорит. Это была не засада, это была моя машина, которую я, между прочим, теперь буду отмывать. Потому что она, собственно, я называю ее своей, но это... Нет, чужая кератская машина. А можно на слоник кататься? Было бы клево гонки на слоников устраивать. Я бы сказала, это было бы вообще просто шикарно. Сногсшибительно. Но нет. Конечно же, это всего лишь банальные машинки, на которых приходится тут ездить, через какие-то круги пролетать, как в Гарри Поттере, когда я в Квиддич играла. Было вот все точно то же самое. А еще такие же кружочки есть в игре, онлайн-игре. Там, по-моему, что-то «Гонки на драконах» или «Охотники на драконах», как так она называется. Сейчас вот я не поняла, от чего стекло разбилось, видимо, от того, что я прыгаю по кочкам. Никогда этого не разбивала, сейчас вот прям вот что-то... Совсем в дребезги разлетелось. Ну, вроде неплохо едем, кстати, ребят. Я так смотрю. Да, все хорошо. Совсем неплохо. Я только тут пытаюсь все в деревья врезать, потому что кружочки тут пересекаются немножечко по плоскости. Не по дороге. Блин, меня вот мосты больше всего бесит. Да, да, парни, я вижу. Вы... Тут надо было голых телочек поставить с платками, а не каких-то самаритян добрых, руками машущих. И что тут? О, я неплохо проехала даже. А как этот парень мог проехать все за 16 секунд? Что за машина у него, простите? Я даже не представить не могу. Может быть, здесь можно какую-нибудь Порше добавить? Так, давайте на М.
Кишина с навыком теперь открылась? Да, отлично. Теперь у нас есть суперубийство и серия убийств. Осталось захватить два ванпоста мне по стелсу. Но это как-то слишком мистически звучит. Я уже вам говорила про это не раз, и повторюсь еще раз. Захватывать аванпосты по стелсу максимум я смогу, когда мы будем с Димой играть в кооператив. Он пообещал, у него есть суперснайперская винтовка. Я, говорит, тебе помогу с этим делом, ты только, говорит, сядь подальше, не высовывайся, и тогда будет обязательный стелс. Везде, где не участвую я, есть стелс. Хотя, знаете, это удивительно. Допустим, в том же воре, который я сейчас прохожу, у меня стелс получается на ура. Я не палилась там ни разу, если не ошибаюсь. Подыхай! Или один. Йоги! Выдыхай! Привет! Еруджи. Отойди, Джей, сам справлюсь. Ты двух слов не можешь связать. Какой справлюсь? О, да. А, да, конечно. Получилось? Сразу хватает. Но я тебя откачал, что скажешь? Ну это... Теперь давай. Нормально. Я? Не-не-не-не-не. А Джай? А, нашел крысу. А, да, точно. Не парься, Джай, у меня хорошее предчувствие. Да, мы называем его Кальян. А мир полон радужных картин. Я об этом пожалею, да? Нет, что ты говоришь, Аджай? Снова будешь в меня шприцом тыкать. Блин, а ты злопамятный. Если что, откачаем, чувак. Да, я служил в Красном Кресте первым, а после голова. Я сомневаюсь, что Йоги служил в Красном Кресте. Вот прям вот какие-то у меня такие смутные подозрения закрадываются, что где-то он свернул не туда в жизни, чтобы его приняли в Красный Крест. Но что я могу знать? Что я могу знать о жизни? Эти парни постоянно Аджай накачивают, и он считает это абсолютно нормально. Он постоянно приходит к ним за новые дозы, но, мне кажется, прикидывается, мол, так и так, братюня, я к вам в гости. А сам все прям вот ждет, когда же ему уже покурить-то предложат. Когда же наступит этот день? Да вставай, ладно, ничего новенького. Опять накачали, опять ты в беспамятстве. Сейчас будешь нырять, куда попало, чувствую я. Судя по тому, что в воде мы находимся. Что у нас тут? Реджи немного перебрал вот этого самого. Сейчас он свернулся в углу и бормочет что-то про однорукого тромбониста и коров. В общем, все, что могу тебе сказать, дурь отличная. Желаю удачи. Будем ждать со всеми твоими пушками, согласно утвержденному пляну. Так, тут у нас выхода нема. Боюсь, текстура провалится или стоит? Нет, не стоит. Это того не стоит. Ныряем, пацаны. Что это тут? Колоколь. Колокол нам не нужен. Где они, блин, откопали это все? Вот ничего интересно. Всяких машин тут понакидали. Плыви, Аджай, плыви. Хотя, я думаю, вряд ли это они. Скорее всего, это какой-либо затонувший очередной храм. И здесь их миллиарды триллионов. Плыви. У нас, конечно, есть способность долго не дышать под водой, но я сомневаюсь, что мы будем это делать настолько долго. Хотя нет, смотрите, он даже еще ни разу не пискнул о том, что ему нужно подышать. О-о-о-о-о! Патрончики. Шикарно. А ПП-то у меня есть? Где ПП? Нет. Деньги могу максимум собрать. Очки, авиаторы. Вот без этого мне явно было нехорошо. О-о, нашла! Где-то тут было. Блин, ну где? Ладно, сейчас еще раз. Во-о, есть. Шикарно, шикарно. О, все. Ныряем! Поплыли дальше, пацаны. Я вот уже ни одной миссии от Роги и Йоджи не удивляюсь. Мне это кажется абсолютно нормальным. То есть, если бы даже не было какой-то наркомантии, я бы такая, блин, пацаны, я точно зашла к Йоги и Реджи? По-моему, я что-то попутала. Ой-ой-ой. Блин, тут можно попутаться в туннелях, потому что... Ой, я испугалась, думаю, это слоник плавает, мертвый слоник. Хотела уже немножечко пискнуть от страху. А, нет. А, ясно. Извините. Как это я имела такую грубость подумать, что здесь выход? За черт? Водные процедуры, только начался квест. Да ладно! Что это? Обалдеть! Забыла, как эти штуки называются, в которых... Пагода, вспомнила. Китайская пагода. Я проплыву тут. Это Киры, маленькие Киры. Ух ты! Шикарно! А еще можно? Мне нравятся эти спецэффекты. Мне кажется, тут неплохо поработал. Муй-колбуй.
Акула-то не выпрыгивает из воды. Ой-ой-ой-ой-ой. Не повезло, братюня. Ладно, успел увернуться. А слушайте, что будет, если я внезапно сейчас, короче, выйду на берег и попрусь ходить плакатики всякие сжигать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это такое? Такое, помню, есть какой-то инди-игре, когда ты едешь на мотоциклах, а вокруг падают машины отовсюду. О, неплохо я заехала под лодку. Я что-то задумалась совсем о машинах, которые падают с неба. И оказалось, что не уследила за дорогой. Ничего страшного, сейчас еще одна попытка будет. Даже 10 попыток. Тут вообще не ограничено число попыток. Тихо, тихо, пацаны, пацаны. Давайте постреляем попозже. Мне сейчас вообще не до пострелушек. У меня какая-то пушка исчезла. Пистолеты, говорит, только. У меня была классная пушка, которую можно было, между прочим, реально можно было доставать. Брат наш, он нам шивая. Шивая, у меня все зависло. Ему нужны ответы. У нас есть ответ. Ладно, все, нахрен. Не буду садиться на эту пушку. Есть ответы, говорю. Твое оружие? Можно? Ну как это? О, есть. Еее! Шикарно! Я уж начала немножко переживать. Думаю, что-то тут не то. Я думала, он говорит за то, что перехватить все связанные с Клинагом артефакт, говорит, храм Джален. Ну ты сделал, что я такое взяла? В общем, какие-то разборки в письме. Но подписано Юма. Юма, смотрю, любит устраивать разборки. О, деньги. Деньги тоже она любит разбрасывать. Где эти штуки? Которые можно собирать. Куда-то их тут поставили. Мне не говорят, куда. Наверное, где-то сверху. Другого у меня нет предположения. Еще одно. Нет, это все то же самое. Та же самая штука. Так, тут явно, короче, нужно забираться наверх. Ну, нельзя. О, да ладно. Вот это внезапно было. Я аж подпрыгнула от испуга. Так, а тут у нас что? Ничегошечки. Теперь идем на миссию Херка. Как бы мне туда добраться-то? Блин, пиликать-то далеко. Угу, долго думала я, как можно сделать абсолютно безопасно для себя, но смочь поджечь плакатик. Фося! Я знаю, на ком я поеду до Херка! Фось, Фось, подожди! Нет, я не хотела тебя обижать, серьезно, это было предусмотрено только для тех пацанов. Они какие-то, ну, не очень, сама понимаешь. Защитим? Да! Откидываем нахрен. Хотя теперь мне жалко кису. Прости, Фось, пришлось тебя заставить на это подписаться. Так, ты, главное, не бросайся под моего слона. Спасибо, что ты этого не сделал. Фось, бежим. Фося! Ответственный шаг. Да! Молодец! Хорошая девочка. Обязательно куплю тебе орешков. Так, торговца мы не трогаем, ты помнишь, да? Торговец хороший парень. Торговцев мы не обижаем. Ну, ты глупый парень. Хороший, но очень глупый. Ладно. Осталось, смотрю, совсем немножко, только как-то уж нам чересчур далеко объезжать этого пьёрка придется. Смотрите, он аж позади остался, а нам все вперед и вперед говорят, ехать. Ну, ничего страшного. О-о-о-о-о. Помогите. Помогаю. Нормально, главное, что событие карма получила. Дикий леопард сейчас со всеми разберется. Ой, там еще и орел, ну все нормально. Я думаю, ребят справятся. Едем дальше. Нам не до разборок. Смотри, моя машина перевернулась. Ну просто тим. Нет. Вот, блин. Моя машина перевернулась. Я так долго ехала. Ну, я не так долго ехала на этой тарантайке к бедному Хёрку. А тут она взяла и умерла просто посреди пути. Ну, здорово, Хёрк. Наконец-то я добралась до тебя. Эджей? Брат! Такое, в общем, дело. Я искал последнюю статую. И тебя поймали, так? Вроде того. Я залез в грузовик, чтобы найти статую. Но Бонго второй рано заложил взрывчатку. Я застрял, тачка едет, и спрыгнуть не могу, потому что не нашел статую. А если водитель остановится, то бум! Трансформеры 8! Ты там сценарий пишешь? Чувак, стань моим Нео, ты же умеешь летать.
Я знаю, где есть крутой мини-вертолет. Одежду и мотоцикл. Тихо, пацаны, я просто пройду мимо. Не собираюсь я вашу вышку захватывать, не сдалась она мне. Это тут миссия, серьезно, ребят. Забудьте вообще. Да, я помню, были времена, когда мы не лазили. Слава богу, успела убежать. Но это не тот день. Сейчас я помогаю своему бро. Даже не пытайтесь достать меня. Даже не пытайтесь. Вот она я. Приземляемся. Где-то здесь, говорят, гирокоптер. С помощью него мне нужно долететь до Хёрка, потому что этот дурачок... врезался куда-то. Я нашел вертолет и лечу к тебе. Чувак, ты потрясающий. Статуи не нашел пока. И помни, грузовик не должен остановиться. Грузовик? Блин, знать бы, о каком грузовике еще речь идет. Все мне про какие-то грузовики талдычит. О, нифига себе новый плакатик. Так, ну что ж, полетели. Полетели. Мне нужно, короче, его с гирокоптера. Как я это сделаю? Понятно. Я, кажется, поняла, о чем идет речь. Ха-ха! Вот и все. Статуя у тебя? Нет, брат, веди давай. Ну и куда? Минимальную скорость? А почему минимальную? Что-то не так с этим грузовиком? Он, видимо, типа сломан? Ладно, я пока на минималке еду. Очень маленькая скорость у меня. Очень-очень маленькая. Все хорошо. Я, блин, ради этого свой гирокоптер разбила. Просто ради того, чтобы поддерживать, ехать минимальную скорость. И, между прочим, один раз случайно выстрелила все-таки по грузовику. Кто знал? Кто знал? Выпали из машины. Помню я эту игрульку. Да как быстрее? Так, газу, братан. Ладно, все, едем. То, говорит, минимальную скорость, то вообще останавливаться нельзя. А, ну в том-то и дело, типа, останавливаться нельзя, вот минимальную скорость поддерживать можно. Договорились. Вечно тебе какие-то задания тупые, Хёрк. То слона укради ему, то еще чего. То минимальную скорость на машине поддерживай, в бочке не врезайся. Это твои задания выносят мозги. А, нет-нет, пацаны, нет, не сегодня. Я очень осторожна. Знаешь, Хёрк, я настолько осторожен не была уже лет 200, серьезно. Даже когда мы тогда на слоне ехали и чуть с моста не сорвались, я была не столь осторожна, сколь сейчас. Еще эти твои бочки, они вечно из ниоткуда возникают. Это, по-твоему, нормально? Нам сюда вообще? Я сомневаюсь. Газку прибавь, что ли? Да не могу я прибавить газку. Твоя машина начнет пиликать, если я еду медленно или быстро. Так, газу, братан! Да еду. Я упрямо чел! Опа-па! Да, блин, нет. Я еду. Все хорошо. Газу, братан! Не переживай, минус один, парень на квадроцикле. Нет, на... Да, квадроцикле, я все правильно сказала. Никто нас пока больше не трогает. Едем. Никто нас не трогает, там голубенькие их отвлекут. Точно тебе говорю, за это уж переживать не стоит. Я 100 раз так делал. Проезжаешь, короче, мимо красненьких, я с тобой голубенькие. Они такие, типа, ой, братан, мы разберемся. А, яки! Откуда здесь целое, блин, сборище яков? Газку прибавь, что ли? Не могу! Тут, между прочим, стадо. Из ниоткуда взялось. Сколько ездила по Керату, ни разу не было такого. Тут вдруг внезапно собрались, короче, на пати хард. Волосатые зверюги. Чуть-чуть нам осталось, надеюсь. Или мне теперь вот через всю карту, как я ехала, так же и с тобой гнать. Ни хрена это не хочу так делать я. Вообще не прикольно это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Парень, мы сейчас взорвемся. Все плохо, плохо. Я тебе советую покинуть транспорт. Желательно прямо сейчас. Все, мы умираем. Блин. Это не бомба взорвалась, это грузовик взорвался, бро. Мы немножко застряли. Ладно, сейчас начнем с контрольной точки. Бро, мешаешь обзору. Спасибо. Сейчас мы попробуем еще раз. Мне приходится постоянно с каждый раз ехать от точки... я прыгнула. Все нормально. Справились? Да, детка. Это было круто. Это было очень эффектно. Нет. Оп. Да я не могу познакомиться с ним. Вот.
Теперь нормально. Там, где Хёрк-то? Эй, брат, ты выпрыгнул? Хорошо. Чувачела! Я, короче, нашел третью статую. И теперь обезьяний бог должен нас простить. Слышь меня, обезьяний бог? Нас? Ага, тату-братья всегда вместе. Почему ты так меня зовешь? Тату-связь, чел. Нет у меня никаких тату. Кровные узы, чел. У меня есть татуха, меня и Джейсона, меня и Джека. А на спине будем я и Аджай. Эй, второе круче, отпад! Аджай начинается с А. Чувак, это все детали. Так вот, отныне ты лучший тату-брат из всех тату-братьев. Договорились. Так вот, отныне ты лучший тату-брат из всех тату-братьев. Спасибо, не обязательно повторять это дважды. Мне пора. Удачи. Ну, окей. Меня ждет, не помешает. Бывай. Стану монахом, говорит. Мне же до друзей обезьян его жизнь ждет. Все в порядке. Здорово, здорово. Отлично. И он исчез в никуда. Люблю такие моменты, они такие трогательные. В общем, ребят, это был Far Cry 4. Всем большое спасибо и всем пока-пока-пока. С вами была Ева, мы еще 150 раз поиграем и пройдем наконец-то эту игру когда-нибудь, а после нее я сразу же начну играть в The Lost of Us. Давайте мы напоследочек сделаем это грязное дело. Да-да-да. Тихо-тихо-тихо. Ты что, вообще больные, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Я всего лишь должна была взорвать эту хрень. Не-не-не-не-не-не. Уходим! Да, ты не плаваешь! Дурачок, ты по воздуху шел. Ой-ой-ой-ой-ой, все-все-все, ухожу, поняла, была не права, телепортируемся в нашу точку куда-нибудь, типа, не знаю, давай вот сюда. Как обычно мы это делаем. Все, теперь всем точно пока, и всем еще раз хорошего настроения.